безусловно, главный проект жизни. Я сотворила 8 месяцев назад. У меня появилась доченька, которую зовут Стефания. Это самая большая моя гордость, радость, счастье. Я не могу передать эти эмоции. Ну, просто хочу постоянно возвращаться домой, даже не думая о работе. На работе думаю о ребенке. С ребенком думаю о ребенке. Ну, это моя жизнь. И всем это просто желаю ощутить рано или поздно. Ну а что касается работы, безусловно, я работаю, я, в принципе, уже на 6-й месяц после рождения малышки играла спектакль, премьеру, поэтому я в форме, в принципе, не выходила из нее, и у меня антрепризные спектакли с Димой Дюжевым «Свободная любовь», «Шикарная свадьба» с ребятами из «Универа» и «Кухни». Безусловно, планируется проект «Кухня». Сейчас новый антрепризный проект с Лирником и ребятами из «Звездного города». В общем, я полна надежд, что все воплотится в реальность, и, в принципе, работа есть, это самое главное.